трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Вступили в силу новые правила перевозки детей в автомобилях. Ребенок в возрасте до 7 лет теперь должен находиться только в автокресле. Иные средства исключены. Кресло обязательно и для 7, 8, 9, 10 и 11-летнего чада, если оно находится на переднем пассажирском сидении. Сзади его достаточно пристегнуть ремнем безопасности. Все, что выходит за эти рамки, чревато штрафом в 3000 рублей. Еще одно новшество – это запрет на оставление ребенка в машине без присмотра взрослого. Трасса 101. Совет Федерации подготовит законопроект об отмене транспортного налога. Соответствующим поручением выступила спикер Верхней Палаты Валентина Матвиенко. По ее мнению, упразднение сбора вполне можно компенсировать повышением акцизов на бензин и дизтопливо. Отмечу, что в прошлом году идею ликвидации налога, которая приведет к недостаче в 145 миллиардов рублей, раскритиковал премьер-министр Дмитрий Медведев. Трасса 101. ГИБДД снова заявила о том, что в России растет число автоаварий, связанных с техническими неисправностями транспортных средств. Причем это касается не только легковушек, но и общественного транспорта, который должен проходить техосмотр по более строгим правилам. По мнению некоторых экспертов, автоинспекция будет использовать данное обстоятельство в качестве аргумента для возвращения техосмотра под свой контроль. Трасса 101. Через полторы недели стартуют продажи обновленного лифтбека «Шкода Рапид». Машина, выпускаемая в Калуге, будет стоить минимум 604 тысячи рублей. От текущей версии внешне она отличается измененными фарами и фонарями, в том числе противотуманными, модернизированными бамперами и радиаторной решеткой. В базовой комплектации появятся АБС, система стабилизации и «Эроглонасс». Опционально доступны, в частности, передний и задний парктроник и биксеноновые фары с функцией автоматического включения и выключение дальнего света. 600 900 рублей – это минимальный ценник «Лада Веста», которая работает как на бензине, так и на метане. Машина появилась у дилеров «АвтоВАЗа». Газовый баллон объемом 90 литров установили за спинкой заднего дивана. Если его полностью заправить, плюс бензобак под завязку, то, заверяет производитель, можно проехать не менее 1000 километров. А при регулярном использовании газа топливные затраты якобы можно снизить в 3 с лишним раза. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.